Всем привет! Это новости АФК-системы, с вами Ольга Макарова. Сегодня в выпуске. Производство первой в мире вакцины от коронавируса. Партнерство МТС и время добрых дел от детского мира. Обо всем этом и не только, подробнее прямо сейчас. Первая в мире вакцина от коронавируса будет производиться на заводе АФК-система. Препарат разработан Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Единственной площадкой для производства вакцины в России, помимо самого центра, станет фармацевтический завод «Бинофарм» в Зеленограде, входящий в группу компании «Алиум». Уникальность вакцины заключается в сокращении сроков выработки иммунитета к вирусу. Мощности производства составляют порядка 1,5 миллионов доз вакцины в год. Мы отлично понимаем, что этих объемов недостаточно. Именно поэтому мы продолжаем инвестировать в дальнейшее переоборудование и наращивание производства. Тем временем система «Биотех» приняла участие во Всероссийском форуме «Здоровье нации. Основа процветания России». Компания представила на форуме свою новую тест-систему на определение COVID-19. Экспресс-тест примерно в 10 раз дешевле аналогов. Для его проведения требуется не более 30 минут, а точность составляет почти 90%. В Ярославской области стартовала акция «Время добрых дел» при поддержке благотворительного фонда «Детский мир». В гуманитарном грузе – одежда, гигиенические товары, игрушки, канцтовары – все самое необходимое. Всего гуманитарная помощь направлена в 12 детских домов, 2 специализированных дома ребенка и детский дом-интернат. До конца августа помощь также получат интернаты, социальные и медицинские учреждения Тверской, Рязанской, Владимирской областей и Республики Башкортостан. МТС стала партнером Spotify в России. Соглашение с самым популярным в мире музыкальным стриминговым сервисом позволит абонентам МТС получить премиальный доступ к музыкальной библиотеке на более чем 60 миллионов треков, 4 миллиардов плейлистов и ежедневных персональных рекомендаций. Эксклюзивное предложение для абонентов МТС – это 6 месяцев бесплатной подписки Spotify Premium. На этом у меня все. С вами была Ольга Макарова. Мы благодарим наш актив, компанию Concept Group, за предоставленный образ для съемок. Всем отличного настроения и хороших выходных!